наш президент Садыр Джапаров дал указание Счетной палате проверить и дать полную картину всего, что происходит на Кумторе именно за весь этот период с 21 года, когда он перешел под внешнее управление. Поэтому я считаю, что это самое правильное решение нашего президента, чтобы дать открытую информацию обществу, как используется и добывается золото на основном нашем предприятии.